飞向森林里，在光线中穿行，遇见最好那个人，候鸟和森林约定，勇敢的回应，然后我的世界也变轻，我心Пять лет назад я могла спуститься и подняться, не задыхаясь. Почему сейчас так легко устаю? Почему краснеет лицо? Жарко. Так жарко. Я удивлен. Достигла вершины горы? Впечатляюще. Спешишь проявить себя? О чем ты? Зачем пришел? Проверяю, не наглоталась ли ты воды. Выглядишь потрясающе. Я в порядке. Кстати, конец тревоги. Не притворяйся слишком сильно. Кроме того, насчет поста в интернете. Спасибо за него. Ты не создал группу, и все увидели нашу фотографию. Если ты против, удали. Все нормально. Я не смотрю моменты. Кроме того, я не приняла произошедшее близко к сердцу. Сделай вид, что ничего не было. Хорошо. Мы же взрослые люди. Это был просто несчастный случай. Не буду воспринимать всерьез. Ты же никому не скажешь. Не упоминай. Ну да, точно. Не буду больше упоминать об этом. Неужели ты не хочешь, чтобы другие знали о твоей плохой координации? О плохой координации? Ты о чем? Разве ты не говорила про то, как чуть не упала в реку? Что? Что он за человек? Оказывается, он даже не это имел в виду. Госпожа Майжэнь, профессор Джуан, пора домой. Идем. Гостиница Майжэнь. Что не так с этим пакетом со льдом? Он испортился? Ну что, в чем дело? Ну и какие еще симптомы, кроме горящего лица? Несколько. Он рядом, и учащается сердцебиение, затрудняется дыхание, появляется неуклюжесть. Это же не аллергия на него, правда? Сяо Мэй,
Я не осуждаю тебя. Я знаю, ты была занята карьерой. Не было времени смотреть сериалы. Но как можно не знать такого клише? Это типичный момент, когда героиня влюбляется в главного героя. Не может быть. Как я могу влюбиться в такого напыщенного парня, который только и умеет, что унижать людей? Сад падающих звезд. Ненависть Шан Цай к Дао Мин Цы. Но в итоге они оказались вместе. Но разве это больше не похоже на стокгольмский синдром? Это болезнь, которую нужно лечить. Неужели это так? Любовь. Серьезное психическое заболевание. Иногда это похоже на ад, а иногда это похоже на рай. Какая сомнительная теория. Не задирай нос. Исходя из моего многолетнего опыта, если выполнишь следующие действия, то, скорее всего, влюбишься. Когда тебе кто-то нравится, президент Цинь, твои глаза невольно тянутся к этому человеку. Неважно, сколько людей вокруг, ты смотришь только на него. Президент Цинь. Президент Цинь. Что? Как вы сюда попали? Я застряла с делами. Ничего, занимайтесь делами. Когда закончите, приходите в мой кабинет. У меня есть для вас Хорошо, задание. Хорошо, поняла. Вернитесь к делам. Вот файл. Угол обзора человеческого глаза гораздо больше, чем 180 градусов. Как мы можем смотреть лишь только на одного человека? Сценарист не изучал биологию. Он даже не знает слова «кантус». Следите за симптомами и примите лекарства. Вы ученые такие грамотные. Говорите совсем иначе. Это все знания. Сяо Мэй. Что делаешь? Мама, ты напугала меня. Когда ты научилась ходить бесшумно? Это незаметное мастерство. Почему ты такая рассеянная в эти дни? Джуан оказал нам такую большую услугу. Попроси Паву приготовить еду в знак благодарности. Что он обычно любит поесть, кроме того, что мы знаем? Мам, наверное, он любит сельдерей, зеленый лук и сырой имбирь. Я пойду в комнату. Я не видела, чтобы он ел что-то из этого. Негодница, не знаю, что у тебя в голове. Чем я могу помочь? Тетя Чэнь принесла виноград. Спасибо. Ты ошиблась. Госпожа Майжэнь, вот виноград, который вам нужен. Ты смотришь только на него. Смотришь только на него. Смотришь ему в глаза. Ему в глаза. На него. Ли Тяньтянь, заткнись! Что это с ней? Думаю, это не то, чего она хотела. Да ты издеваешься, как мы, современные девушки, можем попасть в ловушку любви. Очисти мой разум и устрани отвлекающие факторы. Что думаете, Каллимы
Цикады. Еще раз. Личинки цикад скапливаются в эпидермисе жилок листа. Это стеклянница. Вот, выпейте воды. Спасибо, тетя Чень, спасибо. Будь у нас шанс использовать пестициды, мотыльков бы не было. Видите? Тетя Чень, не переживайте. Хотя нельзя использовать пестициды, есть и другое решение. Их можно спасти. Конечно. Он знает, что говорит. Сначала удалите увядшие листья. Позже используйте люминесцентные лампы для уничтожения насекомых. Самые больные растения за вашей спиной можно вылечить грибковыми препаратами. Виноград сейчас в периоде вегетации. Для предотвращения других болезней используйте бордоскую смесь. Тетя Чень, все здесь. Спасибо. Тетя Чень, есть и другой способ. Поместите появившихся самок и мага в клетку из законных сеток, а после на край чаши с водой, подальше от винограда. Самцы и мага индуцируются каждую ночь. Я знаю, медовая ловушка. Даже герои влюбляются в красавиц. То же самое и с жуками, и с людьми. Профессор Джоан хорошо знает этот метод. Профессор Джоан, вы в порядке? Этот метод имеет ограниченный эффект. В основном зависит от биологической очистки. Продолжим выборку и посмотрим, есть ли факторы, влияющие на завязывание плодов. Я рассчитываю на вас. Я очень переживала. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, спасибо. Как такой зрелый и спокойный мужчина мог захлебнуться водой? Вы наблюдательны. Не только в учебе, да? А то госпожа Майжэнь говорит, что во мне есть потенциал. В чем проблема? Также и с мотыльками заложено в генах. Нечего стыдиться. Помимо теории эволюции, почитайте и другие статьи. Люди не просто животные. Значит, у вас нет чувств, госпожа Майжэнь? Это не ваша забота. А не будет ли она грустить, узнав о вашем отношении? Это и не ее забота тоже. Уверены? Заходите. Столько цветов, какая красота. Президент Цинь, где вы взяли все эти цветы? Смотрите офис, что еще не так? Что именно? За мной. Проверьте дверь. Кажется, стало тяжелее. Не может быть. Вдруг он считает мою работу слишком легкой. Хочет нагрузку увеличить. Закройте дверь. Чувствуете изменения? Приложите ухо к стене. Как будто мир затих. Чем выше плотность двери, чем она тяжелее и толще, тем лучше звукоизоляция. Я попросил людей добавить звукоизоляцию в стену за ночь, увеличивая поглощение звуковых волн. Кажется, работает хорошо. Президент Цинь, вы же... Вы не приняли слуховой аппарат. Только так я мог уменьшить шум в вашем мире. Всегда находятся добрые люди. Не ожидала, что капиталист будет так великодушен. Президент Цинь, я всего лишь одна из ваших сотрудниц. Вы не должны делать это ради меня. Нет. Сейчас не лучшее время для признаний. Сохраняй хладнокровие. Это пустяки. Лучше создать комфортную среду для сотрудников, способствующую максимальной эффективности. Не забудьте взять эти цветы. Считайте это благодарственным подарком за тот чай.
Я не могу принять. Я сама заварила тот чай. Он не стоил дорого, но цветы дорогие. Я их не приму. Но вы же приложили усилия. Вроде того. И я приложил усилия, чтобы купить цветы. Кто знает, каково твое истинное намерение? Ага. Не смотрите на них свысока лишь потому, что я потратил деньги. Мы оба прикладываем усилия. Почему мой подарок должен быть хуже вашего? Я не имею в виду, что смотрю на них свысока. Как говорится, розы в ее руке, а аромат в моей. Вы не можете... Вы не можете лишить меня шанса вернуть вам долг. В этом есть смысл. Тогда я их возьму. Спасибо. Забирайте. Президент Цинь, я вернусь за ними позже. Я не могу все унести. Конечно, не торопитесь. Как же я красноречив. Он купил цветы, хотя у него аллергия. Наверное, кто-то их принес, а ему некуда было их деть. Капиталисты лучшим образом находят применение всему. Забудь, считай, это обоюдная выгода. Как пахнут... Ты помнишь мою любимую воду? На что смотрите, Мэйжэнь? Что такое, Людзянь? Тоже научился красться? Что-то задумали? Нет. Почему ты спрашиваешь? Зачем пришел ко мне? Вы забыли взять виноград. Я помыл его и положил туда. Спасибо. Госпожа Мэйжэнь, вы с профессором Джоаном сегодня странные. Это почему? Я чувствую, что вы намеренно избегаете его. Поссорились? Нет, мы... У нас все хорошо. Не будь параноиком. Я знаю, сейчас я всегда позади профессора Джоана. Но я дождусь и своей очереди. Когда-нибудь у меня будет шанс. Ты что, общался с Тянь-Тянь? Почему говоришь, как в дораме? На самом деле, я обо всем знаю. Нас разоблачили, но почему ты мне подыгрываешь? Значит ли это, что тебе нравится это шоу? Кто там? Сестренка Мэйжэнь, с того дня, как я увидел тебя, собирающую чайные листья, я не мог выкинуть тебя из головы. После я узнал, что ты девушка профессора Джоана, и сильно удивился. Было так жаль. Я сожалел, что не встретил тебя раньше. Конечно, я не буду вставать между вами, но каждый раз, когда ты рядом... Я ничего не могу поделать, хочу стать чуть ближе к тебе. Так хорошо меня еще никто не знал. Ты видишь меня насквозь. Раз профессор Джоан не твой парень, можешь дать мне шанс? Людзянь, спасибо. А нет, не очень хорошее начало. Может, другие не понимают, но я знаю... Как трудно собраться с духом и признаться в своих чувствах. Ты заслуживаешь искренней благодарности. Помимо этого, я благодарю тебя за то, что ты не рассказал всем остальным, хотя знал наш секрет.
мои отношения с Джуан Юем – нечто большее, чем фальшивая пара. Что это на самом деле? Я сама в замешательстве. Поэтому спасибо за твою доброту, но извини, я не могу принять твои чувства. Я знал, что ты это скажешь. Все в порядке, как я уже сказал, я просто подожду своей очереди. Но я буду впереди. Лучше измени свою цель, тогда не придется стоять в очереди. Как будто я никогда не стоял в очереди. Своего рода жизненный опыт. Кстати, еще... И еще, ты делаешь мне комплименты, как обычно. Не стоит. Кроме комплиментов, у меня к тебе просьба. Что касается Джуан Юя, он не любит такие вещи, поэтому я благодарна ему за помощь. Не мог бы ты не спрашивать его об этом? Не хочу его беспокоить. Это все? А что, я в твоих глазах болтун? Конечно, нет. Просто напомнила. Не принимай близко к сердцу. Чуть не забыла. Это тебе. Что я наделала? Рассказала о своих чувствах к Джуану? Нет-нет, это просто оправдание. Птица сделана компьютерной графикой. Подписчики. Фото с телефона не очень четкое. Посмотрю, когда еще кто-то сделает фото. Талансия не нуждается в почве и может расти подвешенной. Странно. Почему я проверяю его сообщения? Я нашел ваш аккаунт через Грина. Скажите, что это за птица? Будто охотится за моей головой. Ночная цапля. Охотится за рыбой, а не за вашей головой. Может расти подвешенный не за вашей головой? Что? Я придумала рифму? Бессознательно имитируешь каждое движение того, кто нравится. Перестань, Ли Тянь-Тянь. Я еще не закончила. Самое главное, когда он рядом с тобой, испытываешь блаженное и головокружительное чувство, будто в голове у тебя фейерверк. Какой еще фейерверк? Это тревожный сигнал. Пока-пока. Спасибо, Тянь-Тянь. Я пойду, пока. Сяофан. Я пойду. Пока, увидимся. Какой аромат? Впервые получила цветы. Президент Цинь. Где вы взяли эти цветы? У Тянь-Тянь. Тянь-Тянь. Извините, мне пора. Президент Цинь, я пойду. Подождите. Вы раздали все цветы? Да. Разве это не то, что вы сказали? Розы в ее руке, аромат в моей. Знаете что? Когда я подарила все цветы коллегам и увидела, как они счастливы, то почувствовала себя гораздо лучше. Кроме того, как бы я доставила их все домой? Раздали все? Даже не оставили для себя? Плохо дело. Было столько цветов, хоть он и аллергик. Надо было для него оставить. Я была так небрежна. Извините, президент Цинь. Завтра я дам вам удовлетворительный ответ. Тогда я пойду. Какой ответ? Мэй-Жень? Почему ты опоздала? Мы ждем тебя. Скорее, давай, садись к нам. Не спеши, подожди. Можешь потом Спасибо. Съесть. Спасибо. Что с тобой? Смотри, какая невнимательная. Видишь, разве он не проявляет гостеприимство? Ты имеешь в виду вежливость? Неважно, забудь. Сяо Мэй,
Твой папа готовил, я помогала. Но Джоан увидел нас и настоял на помощи. В итоге это все он приготовил, а мы ничем не помогли. Все эти блюда приготовил Джоан. Выглядят вкусно. Мам, моя Жень пришла. Будем есть. Ты обжора. Давайте, ешьте. Да-да, ешьте. Пробуйте, пробуйте. Выглядит вкусно. Вкусно. Папа. Очень вкусно. Не просто ешь, прокомментируй. Бульон такой невероятный. Не могу устоять перед такой вкусной говядиной. Так вкусно. Ведь это Джоан приготовил. Джоан, я должна извиниться. Днем ты был занят работой, но тебе пришлось готовить для нас. Я воспользовался шансом поблагодарить вас. Сбор образцов полыни не состоялся бы без вашей поддержки. Ну не говори, говори так. Ты профессионал, а мы просто твои помощники. Не о чем тут говорить. Спасибо, дядя. Ешь. Конечно. Я благодарен Сяо Мэй за роль проводника. Без нее я бы не выполнил работу. Я наелась. Спасибо за еду. Что не так с этим ребенком? Думаю, она устала. Наверное, сестра говорила, для раннего подъема нужно спать 3 дня, не вставая, и еще неделю. А она вставала так рано. В этом есть смысл. Забудьте о ней. Давайте есть. Дай мне это. Овощи правда вкусные. Принеси говядины. Говядина вбирает в себя все вкусы. Попробуй. Давайте выпьем. Давайте. За вас. И что она имела в виду под удовлетворительным ответом? Продвижение платформы Тинья. Напомни еще раз. Не забывай, ты у меня в долгу. Продвижение Тинья, о котором я говорил на следующей неделе. Запомни. Не волнуйся, президент Цинь. Я выполню свою работу. Увидимся. Если фейерверк будет продолжаться, мой разум взорвется. Почему ты такая счастливая? Мама, я шучу со своей коллегой по WeChat. Как продвигается работа? Сейчас летние каникулы, поэтому я пишу статьи и читаю статьи в интернете. Вы с Джоаном работаете вместе? Да. Тогда почему он выходил на улицу, занимаясь исследованиями, а ты ночевала дома? Тебе нужно работать только на ноутбуке? Джоан намного лучше тебя. Я вижу это. Не зря он профессор. Больше работай и вкладывай больше энергии. Люди говорят, лучшая часть любви – совместное развитие. Неплохо, мама. Ты даже цитируешь. Кстати, а где Джоан? Он пошел в сельсовет. Думаю, они выяснили, что случилось с виноградом. Мне пора. Куда ты? Совместно развиваться. Запущу фейерверк еще раз. Может, чувства утихнут? Президент Цинь, мой подарок – бегония. В ней нет пыльцы, и у вас не будет аллергии. Я компенсирую тот факт, что вам вчера не достался букет. Я не получил цветы. Так лучше для меня. Этот вид зеленых растений может жить дольше, чем цветы. И вы увидите, как он разветвляется и растет. Разве это не лучше?
Главное, что дешево. Особенный подарок. Примите, прошу. Спасибо. Кстати, раздайте всем подарочные коробки. Конечно, поняла. Не забудьте и про себя. Летний подарочный набор для всех. Спасибо, президент Цинь. Как приятно. Конечно, смотрите, кто... Вот, спасибо. Подарки президента Циня. Для всех. Возьмите. Возьмите. Спасибо. Что это? Подарок президента. Морепродукты. Яйца, кунжут, грецкие орехи, морепродукты. Что это? А разве мы когда-то понимали, о чем думает босс? Спасибо. Вот. Спасибо. Спасибо. Посмотрим. Профессор Джоан, выпейте воды. Спасибо. Если бы Юй не упомянула об этом при игре в шахматы, я бы не узнал, что такой способный молодой человек взять нашей деревню. Спасибо, профессор Джоан. В этот раз вы помогли фермерам решить проблему. Не знаю, что бы мы без вас делали. Это моя работа. Моя Женя весьма известна в нашей деревне. Когда она училась, мы все называли ее хулиганкой. Школьной хулиганкой? Школьной хулиганкой. Вроде так говорится. Тогда ладно. Без удачи она бы не нашла такого хорошего парня, как вы. Кстати, где она? Либо Стокгольм, либо эффект висячего моста. Может, я слишком долго была одинока. Поцелуй меня, свинья, я влюбилась бы в нее. Верно. Должно быть, это так. Нужно думать о нем серьезнее и очистить голову. Что это было? Он мои мысли изменил? Нет, попытаюсь снова. Да ладно. Она пригласила тебя. Почему ты не пошел? Я думал, она тебе нравится. Я не люблю безмозглых. Лучше вот это. Наш анализ проб показывает, заражение насекомыми не основная причина низких урожаев. Мы провели анализы регуляторов роста растений в винограде. Уровень гибереллинов и цитокининов оказался чрезмерным. Завязывание плодов само по себе проблематично. Кроме того, дни проливных дождей привели к потере пыльцы, влияющей на опыление. Регулярно затягиваете навес во избежание воздействия низкой температуры и дождя на виноград. А еще улучшите завязывание плодов путем стабилизации роста деревьев и опрыскиванием перед цветением. Профессор Джоан, можем ли мы задавать вам вопросы о растениях и в дальнейшем? В любой момент. Профессор Джоан занят проектами. Откуда у него время для решения твоих мелких проблем? Серебро и золото – ничто по сравнению с репутацией деревни. Это наш долг как исследователей. Я рад, что смог вам помочь. Мы хотим поблагодарить вас. Спасибо вам. Спасибо, большое спасибо. Но если вы уедете, как мы сможем вас найти? Верно. Идите к моей Жене. Найдете ее, отыщите и меня. Моя Жень, ты здесь? Я пришла позвать его на ужин. Смотрите, влюбленные не могут расстаться. Ты пришла сказать ему лишь это? Моя Жень зовет домой. Посмотрите на них. Мило, да? Мило, какое интеллектуальное, да? Сочетание. Они хорошая пара. Видите? Прекрасно смотрится. Что у тебя на уме? Я думаю, как узнать, нравится ли кто-то. Почему больше не спрашиваешь? Неинтересно. Я слышала, если кто-то нравится, станешь похожим на этого человека. Нельзя доверять ненаучным выводам.
Это неправда. Они основаны на социальных экспериментах. Должна быть статистика. Насколько значимо? Звучит как-то подло. Согласно твоему заключению, они вполне могут тебе понравиться. Отлично, Джоан Юй. Ловите. Подожди меня. Подожди, ты меня не ждешь, поэтому я поросенка ударила. Ты прав. Наверное, мне нравятся хрюшки. Я вижу. Как ты это видишь? Ты покраснела. Неважно, я справлюсь. Я великодушно тебя прощаю. Не благодари. Мама, Гоу Фэй, ты действительно что-то с чем-то. Столько времени прошло. Где деньги? Ты не признаешь меня своей мамой? Мам, как ты могла такое сказать? У меня... В этом месяце туго с деньгами. Это небольшая сумма. Я многого прошу? Мама, я переведу в следующем месяце. Сразу за два. Мы голодаем. Какая я невезучая! Почему у меня такая дочь, как ты, бесполезная? Посмотри на Юй Мэйжэнь. У нее такой хороший парень и отличная работа. Она преподаватель в университете. Надежная работа. Не можешь взять с нее пример? Что ты сказала? Преподаватель? Еще одна бутылка. Иногда мы должны попробовать еще раз и поймать удачу. Мам, мам! Я только что выиграла приз. Какой приз? Дай мне еще бутылку. Покажи мне. Мам, видишь? Сколько раз я тебе говорила, не пей такой напиток со льдом летом. Плохо для желудка. Ты только что выпила бутылку. Хочешь еще одну? Ты меня не слушаешь, правда? Но я же говорила тебе, что у твоего телефона маленький экран. Но ты продолжаешь смотреть в него, напрягаешь глаза. А еще твои статьи о здоровье – выдумка. Не вводи себя в заблуждение. Хорошо, теперь ты знаешь, как возразить. Читаешь мне лекцию? Нет. Это тебе. И что с того? Хочешь взять еще? Я не осмелюсь. Вернись. Что? На что ты смотришь? Разве ты не приняла душ? Почему до сих пор с макияжем? Ты не понимаешь. Это называется ношей кумира. Всегда делать все возможное для всех. Ты преподаватель. Зачем тебе это? Хочешь выглядеть непорядочно? Что не так с моей внешностью? Мама, это стереотип. Смотри. Из-за этой ноши кумира люди приняли тебя за другую. Видишь? Мама, она явно звезда. Твоя дочь сейчас такая красивая, как звезда. Как она может быть звездой? Посмотри, какое откровенное платье. Неприличная девушка. Почему ты говоришь так резко? Это платье выглядит очень дорого. Как она может быть неприличной? Ты защищаешь такого человека? Какого человека? Сейчас 21 век. Разве такое платье ненормальное? У тебя такая же одежда? Конечно, нет. Моя девочка. Не забывай, ты единственная девушка-врач в нашей деревне Циншуй и преподаватель университета.
Ты не представляешь, сколько людей нам завидуют. Будь умницей, сними макияж. Ты красивая и без него. Мама, по-твоему, чем уродливее, тем порядочнее? Ты такая красивая, так ты порядочная или нет? Не говори глупостей. Иди спать. Хорошо. Ризосфера. Зачем брать один и тот же участок земли несколько раз? Полынь выделяет в почву большое количество терпеноидов и флавоноидов с падением листьев и корневых эксудатов во время роста. Химические и микробные компоненты в почве меняются с ростом полыни. 102.83. Значит, не только рост цветковых растений зависит от почвы, но в свою очередь он также изменяет и условия почвы? Можно и так сказать. Ну вот, тогда почему все думают, что золотая молодежь никуда не годится? Включая вас. Даже не удосужились взглянуть на меня. Считаете, я предвзято отношусь к богатым? А разве нет? Идея «богатый отстой», я привык. Почему вы так думаете? Все нормально. Я не против. Я рад, что хоть она считает меня хорошим. Радость — это добродетель. Не будьте саркастичны. Слышал, опыт всегда терпел неудачу, а сейчас как? Получится? Возможно, нет. Нет? Тогда все наши усилия будут напрасными. Если из-за страха неудачи не пытаться, окажешься дальше от успеха. 136.46. Неудача не имеет большого значения. Для такого успешного человека, как я, неудача — это еще и новый жизненный опыт. Мыло? Да, от клиента. Примите подарок. Без усилий нет достижений. Я говорила 100 раз. Не приму. Это же не бесплатно. Напишите отчет об использовании. Я поняла. Тем больше причин отказаться. Найдите кого-то еще. В эти дни компания занята. Вы подходите под портрет нашего клиента. Портрет? Я не умею рисовать. Вам и не нужно рисовать. Просто напишите что-нибудь. Считайте это одолжением и примите его. Тогда ладно. Подождите немного, через 5 минут подействует. Яйцо. Морепродукты, молоко. Кунжут, грецкий орех. Линда. Мне нужно, чтобы вы принесли подарочные коробки для каждого сотрудника. Yeah.
的视线里登场，一颗心弹奏起夏日里的狂想，没目的乱撞，快找不到方向。感觉透星光擦肩，身影躲开初心的形状。八点钟方向，两个人影被拉长，我想要慵懒的靠在你肩膀。你想带着满天星光为我闪亮。